Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на блоге MoneyDay, блог о честном заработке в интернете. В данном видеоуроке мы поговорим на тему, как перевести с Яндекс денег на карту Сбербанка. Итак, ну, делать это мы будем с мониторингом обменника OBEXCHANGE. Ссылочку на данную страницу я оставлю под этим видео в описании. Если вас заинтересовало, конечно, вы можете перейти и обменять деньги. Итак, ну давайте нажмем перейти на сайт. Здесь вот есть такая кнопочка, нажимаем на нее и сразу попадаем на данный сайт. Слева то, что мы отдаем, справа то, что получаем. Значит, слева выбираем наши Яндекс.Деньги, справа ищем наш Сбербанк. Вот наш Сбербанк нашли. Вот сразу мы можем увидеть, сколько мы получим за какую сумму. Итак, ну самый верхний. Самый выгодный обменник. Те, которые пошли ниже, уже менее выгодные. Они между собой меняются все время тут. Каждый пытается, конечно же, стать на первое место. Но пока вот сейчас вот этот на первом месте. Через 2 секунды может быть уже другой на первом месте. Поэтому неважно, через какой обменник здесь менять. Здесь собраны только честные обменники. И с ними уже очень-очень давно работают люди. Давайте нажмем на первый. Так как он самый выгодный, здесь уже все у нас сделано, Яндекс.Деньги, Сбербанк, вот минимальная сумма 250 рублей для перевода, ну давайте допустим 1000 введем, да, вот получаете на ваш счет 948 рублей 64 копейки, с кошелька такого-то, то есть вводите здесь номер вашего кошелька, ваш email, номер вашей карточки, фамилия, имя, отчество получателя, то есть получателя, кому на карточку придет. Вот, согласны с правилами обмена. Нажимаете начать обмен и стандартным образом переводите деньги. Все, ничего сложного нет. Абсолютно вообще, все очень просто. Итак, ну, в принципе, вот, что я хотел рассказать. Читайте мой блог MoneyDay. Блог о честном заработке в интернете. Здесь также слева, допустим, заработки вы можете просмотреть. Какие-то проекты, на которых можно заработать деньги. На тот же Яндекс кошелек и на WebMoney и так далее. Вот, ну, все, я думаю, что я доступно объяснил, как обменивать деньги с Яндекса денег на Сбербанк. Если что, задавайте вопросы в комментариях, если кому что-то непонятно. Неважно, где задавайте, можете под этой статьей, можете под этим видео. Вот, я отвечу всегда. Вот, ну, в принципе, на этом все, да. Всего доброго.